Уважаемый господин президент Верховного командующего вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашу многодарную супругу Светлану Владимировну и Людмиловича Медведева, Владимировича Пузя, Людмилу Санну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Пузя, Сергея Семеновича Собянина, партию «Единая Россия», патриарха Кирилла. Поздравляем вас с Рождеством Христовым, с Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья и успехов. Мы не сометлиски. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Рен, Людмила Игоревна, Стелла Владимировна, Виктория Владимировна, Дмитрий Петрович, Елена Петровна, Татьяна, Ольга, Геннадий, Марина Николаевна, Нестеров, Медлицкий. Мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячные форумы, все регионы России поддержали. Об этом мы, Нестеров, Медлицкий, создали самый лучший в мире фильм, газету «Сайт». Медведев, Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович Путин, мировые лидеры, все россияне, дружные единогласно, говорят, да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, да, самому передовому прогрессивному курсу Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Светлана Владимировна Леонидовича Медведева, Людмила Санна Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергей Семенович Собянина, партия «Единая Россия», патриарх Кирилла. Поздравляю вас с высшими наградными орденами «Единая Россия», «Отечество, долг и честь», за единство, веру, славу России, с высшими наградными грамотами Дмитрия Донского, Владимира Прокисителя, Святой Руси, маршала Жукова. Поздравляем вас. Все россияне дружно, единогласно, говорят, поддержали второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Курс самый прогрессивный и передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимир Путин, партия «Единая Россия». Сергей Семенович Собянин, наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Также поздравляем вас. Вам предлагают все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира. Поздравляем вас. Мы назвали вас, Нестор Медлицкий, лауреатами победителя фестиваля «Слава и честь России», главными лауреатами победителя фестиваля «Слава и честь России» по всем номинациям. Мы вас также назвали главным человеком эпохи года на Воробьевых горах. Назвали главным человеком эпохи года на планете. Десятилетия, столетия, тысячелетия. Вам прилежатся высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов. На вас равняют все мировые деятели культуры. Вам прилежатся высшие кинематографические образы. Вы, мы назвали вас главными героями России всей планеты. Самые красивые мужчины любимые планеты, с золотыми голосами планеты. Вова, поздравьте с Новым годом, с Рождеством Христовым, наших национальных лидеров. Пожелаем от доброй, от сердца, от души. Да. Желаю покататься на лыжах также нашим президентам, нашим лидерам. Прочитай самую лучшую поэму, посвященную второму президентскому сроку Дмитрию Анатольевичу Медведеву, курсу Медведева Путина, партии «Единая Россия» Сергея. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила и будущий успех. Прекрасно. Ура! Успех, триумф, победа всей России, всего человечества. Поздравляю. Мы идем на лыжах кататься. Да, поздравляю.